Сегодня он не преподаватель крупнейшего вуза региона, а участник одного из самых необычных видов спорта – иконоки и танцев в движении. Евгений Черных решил таким образом побить рекорд, установленный в ноябре прошлого года в Амстердаме, и пройти, танцуя, около 10 километров по городу. Евгений взял у главного корпуса УРФУ, а финиш наметил в юго-западном районе города, у подъезда собственного дома. Весь этот путь мужчина намерен не просто пройти, а протанцевать. К походу он подготовился заранее. Заказал в Соединенных Штатах Америки специальный костюм, записал несколько длинных музыкальных треков. Напомним, движение иконока появилось в ноябре прошлого года. Его основатель Иннокентий Вандервейдер утверждает, иконока помогает хорошо выглядеть и быть все время в приподнятом настроении. Евгений Черных доказывает это на собственном опыте. Он говорит, иконока не просто желание выделиться, а смысл всей его жизни. Мы делаем музыку для этого танца специально. Мы, помимо того, что просто гуляем по улице, у нас стиль жизни такой, свое питание, свои какие-то режимы дня, которые мы не можем ни в коем случае нарушать.